Приветствую всех на YouTube-канале Neurostop. Многие из вас, кто часто смотрит мой канал, помнят эту Audi RS Q3 и помнят, что это был раньше Stage 2. Самый едущий в России Stage 2, ну или один из них. По одной простой причине. Рекорд этого автомобиля в прохладную погоду 100-200 – 8,9. На впрыске водометанола, естественно. 450 плюс сил было примерно в автомобиле, и это достаточно немало, потому что вес автомобиля на весах буквально вчера взвесили – тонна 762. Это много, это тяжелый автомобиль. А сейчас здесь Stage 3, и мы о нем будем сегодня говорить. И помимо этого мы погоняем, покажем, какие это автомобили. Самое главное, владелец сам вам расскажет, что нужно для того, чтобы снять 600 плюс лошадиных сил на сток моторе с изначальных, получается, 310 сил. Это дорестайлинг, рестайлинг 340, но в принципе они особо ничем не отличаются. И получается, что автомобиль поехал гораздо интереснее, гораздо быстрее. Именно поэтому мы сегодня погоняем с разными автомобилями. У нас будут заряженные эвики, у нас будет Audi S8, всеми любимая, Stage 2, в которой 750 плюс сил. Мы и с ней покатаем. В общем, все сами увидите. Не переключайтесь. У нас заезд Audi RS5, Stage 2 GP Motorsport против Дани на Audi RS Q3. Посмотрим, что получится. Едем первый заезд 60. Слушай, а ты прям вообще от него выпрыгнул. Догоняет, скорость 200, 215, 220, 240. Он бросил. Слушай, красавчик. Походу, что-то, блядь, метаном. Ну, давай еще раз, тормозни, еще раз успеем. Все, давай. Поехали. Он раньше нашел. Окно. Сейчас у него лучше явно поехало. Ну, типа 250. Догоняем. 260. Огонь из труб. Короче, кузов где-то держимся корпус, сзади, да. Ну, до 300 бы ехали, может бы и догнали, но это не точно. Тормозам у тебя, как у всех пацанов на РС-ках, плохо. Я не знаю почему, но реально у всех такая. Ну, колодки стоят DC2 перформанса. А чего мы без печки ездим? Ну, потому что если печка будет включена, энергия все равно будет забираться на печку. И результат, как у ГТРов, если печка и кондей включен, то время 100-200 чуть похуже будет, там, на 0,1, на 0,15. Проверено. В золотой цитатник отмазок. В золотой, понимаешь? Ты первый там будешь, первый в списке. Даже про БТР вспомнил. Ну, типа, я не знаю, ну, в машине 500 плюс сил, какая печка выключена? Ну, там 560 где-то, наверное, где-то так. Какая печка выключена? Ну, вы смеетесь. Я на Мерсе не отключаю его. Не, кондиционер, не печку, я а кондиционер. Я даже кондиционер не отключаю, даже летом я его не отключаю, понимаешь? Вот у меня разницы нет. Потому что, когда ты топаешь газ, компрессор вырубается. Да? Ну, не знаю. Настало время небольшой рекламной паузы, ведь сегодня у нас играет Манчестер Юнайтед против Ноттингем Форест. Это английская лига, все будет происходить вечером, и мы, конечно же, будем это все смотреть с моими друзьями из 1X. Регистрация в 2 клика, самые быстрые выплаты, и при этом мы по промокоду можем получить бонус на свой депозит до 25 тысяч рублей. Согласитесь, рекламка была очень маленькая. Кто хочет, тот пользуется. Кто не хочет, тот не пользуется. С другой стороны, можно было рекламировать какой-нибудь интересный товар, минуточки так на 2,5, как я обычно любил это делать. Я думаю, это лишнее. Поэтому погнали дальше к просмотру видео.
хотел. Типа ты гэнгста? Да. Или типа ты рэп читаешь? Я Да, ты Дюня? Тюнер. Тюнер 228. Смотрите, так выглядит тюнер 228. Смотри. И он будет ехать сейчас с Mitsubishi Lancer Evolution. На G3, на G25. На G25, вот. 770, вроде так. Сколько? G25 770. А сил у него сколько? Сил 550, наверное, 600 есть. Но он легкий. То есть ты весишь где-то тонну 700, да? А он весит... Нет, я машина вешает тонну 750, 140, 80. Машина весит тонну 750, а Эвик весит, наверное, тонну 300. Нет. Считаю. Раз, два, три. Нифига там моща эволюшеновская. Вы крутая тачка, Даня, слушай. У него кончилась коробка. Ну, в плане того, что у него типа больше нельзя, у него отсечка на самой последней передаче. Раз, два, три. Отстает Эрик чуть-чуть. Догоняет, обгоняет. Да ладно, Даня, что с машиной? Все, у него опять передачи кончились. Передачи кончились у парня. Сколько мы поехали? Плохо едем, 76. 76? Да. Так, сейчас буду считать, готовимся. Ты готов? Да. Начинаю считать. Раз, два, три. Таня, ты рано нажал. Нажал, пипец, ты на второй уже катился. Он догоняет, но не успел. Все, у него передачи кончились. То есть, сколько? То, что ты слышишь звук 7,5 твоим. Ну, поехали так же. Да не звук, она раньше у тебя катиться начала. А я ее держу на тормозе. Я не могу, типа, брейку сделать, зафиксировать. Но я ее держу на тормозе. Короче, я на монтаже прям очень внимательно посмотрю. У меня же там по секундам, по миллисекундам все видно. Давай, брат. Миллиписечные. А сейчас нам нужно одно небольшое уточнение. Уточнение касательно того, что мотор у Дани на машине стоковый, то есть железо сток, нету кованой поршневой. Поэтому они не могут дуть на все бабки, и, соответственно, машина едет не так, как она вообще может поехать на той турбине, что там стоит. Про турбину он вам сам сейчас расскажет. И также есть одно еще небольшое дополнение. Видео лежало на винчестере примерно год. И одна из аудиодорожек, где есть моя речь, полностью утеряна. Соответственно, наш диалог, который снимался, очень интересный, про стоимость всех запчастей, про вообще конфиг, про дальнейшие планы, он полностью утерян. Но, в принципе, вы любите обычно больше заездов, меньше болтовни, так что, пожалуйста, это видео целиком и полностью про больше заездов, меньше болтовни. Ну, у нас коллектор, естественно, сваренный там краснодарскими ребятами, у нас, ну, изгейт, естественно, все, ну, полностью кастомный турбокит. Да, так у нас, получается, стоит впуск, как ты правильно сказал, ТНВД лоба, коллектор, турбина, ну, и водометанол, система впрыска. Поставили 3584 RS Gen 2 на 0.83 горячке от Pulsar Turbo, это таиландские ребята. Когда... Бля, это не метанол, да. Это спрыск бывает, спирта. У нас нет, у нас. В багажнике бывает. Не-не-не, это у нас там два шланга, и мы, короче, нам впрыскивает в организм, да. Я что, у меня что, тут долбоеб написано, по-твоему, блядь? Ну, блин, не знаю. Что это за машина? Хорошая машина. Слушай, это не вчера. Подожди, это не тебя вчера менты тормознули на Невском, то ли где? На Невском нет. Не, а похож, очень похож. Да, это к Давидычу. Мы сейчас едем с BMW X6M, он у него какой стейдж, не помнишь? Стейдж 2 F85 кузов. Стейдж 2 кузов F85, мощность, как бы вы увидите сейчас надписи, я напишу, найду. Но мы сейчас включим бустов, сколько у тебя сил на бустофе? Ну, ориентировочно. Ориентировочно, сил 480, там 0,8 на дух. Вот, 480 сил. Где-то 500, ну там она едет в районе 9 секунд. Вот. А потом мы, естественно, включим нормальный софт
и улетим от него в космос. Давай два заезда на бустофе. Да не, один. Не, давай два, он там возбудится, короче, а потом хлоп, и в обратку мы нормально бахнем. Чисто в обратку, давай. Не, ну что, ну грех не постебать БМВшников. Раз, два, три. Да, давай, 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 давай. Давай, давай, попёр, смотри, икс. Не-не-не-не, там 260, не догоним, на бустофе не догоним. Значит, сейчас реально будет жесткий стёб, потому что, ну, типа разница, сколько вот сейчас мы ехали, 9 и... Ну, ём проехали 9,7 на бустофе. 9,7, а так 7,7, 2 секунды разницы, мы сейчас просто мимо него проедем. Но он этого не знает. Он не знает, что мы включили какую-то программу слабее. Он не знает, что это возможно. Мы сейчас вот в рацию постебались. Он такой, нет, не проедете, конечно, нет. Посмотрим. Так, 60. Считаю. Раз, два, три. А как так вышло? Ждать, давай еще раз стебанем. Раз, два, три. Буксуем. Слушай, что-то у тебя с машиной, что-то не едет. Но на городской я вот ухожу, да, а вот именно боевой... Мы специально это все сделали. Ну я понял, что проверить. Вы специально это сделали. Мы случайно. Ну, приятно, слушай, у тебя он прям так интересно вырывается вперед. 6,8. И не прям сильно, то есть как бы ты корпус мне привозишь 1,5 всего, но прикольно. Да хуй знает, там корпуса 4, блядь, 5. Там 1,5, Дань, 1,5 корпуса Титаника, все нормально. Мы у нее не будем спрашивать, не будем у нее спрашивать, нет, ни в коем случае. Нет. Ну, мы сейчас едем с Audi RS5 Алексея, это уже другая настройка, это эта, с машина чуть тяжелее, но он с метом, по-моему, да? Вот. Пятидверная тачка. И помимо этого, нам интересно, насколько мы прыгнем, мы сейчас попробуем заехать с места, если у кого-нибудь что-нибудь не развалится. Скорости. Слушай, ну он отстал, по-моему, не сильнее Мигеля. Сейчас, ну он прыгнул. Нормальный, ровный старт, красавчики! Смотри, он от тебя даже выехать пытается. Скорость 150, 160, 170, 180. Красавчики! Я думал, не получится. 220, 240. Кузов отстал. Я не вижу скорость. 260. 280. 280, бросим, страшно. Да что тебе страшно? Да ты не ссы. Там каждый диванный комментатор тысячу раз так делал. Ну вообще красота, вы прям очень ровно стартанули. Прям вообще, я не ожидал. Это был самый лучший старт за весь сезон в Питере. Я прям сейчас вообще 3, 5, удивлен. 3,5? Слушай, ну у пацанов так Шкоды едут, вообще ни о чем. Выравниваемся, я считаю. Считаю. Раз, два, три. Даня, 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 ты застрял прям. Хорошо, нам бы старт взять и будем лучше ехать. Прям хорошо идем, 200. Он начинает отъезжать. 230, 240, 250 скорее всего. Да, вот он после 250 едет. Тормози, давай еще раз попробуем. Ну ты красавчик, ты прям слил старт, вот ты никогда такого не делал, по-моему, вообще, и ты прям его слил. Ну я что-то, я просто думал, что там, ну, аудитория, ты такой сказал, я еду на расслабоне. Ага, услышал слово аудитория, подумал, тоже плохо едет, я сам удивлен, нормально едет. Это у нас Audi S8 Stage 2 от аудитории, то есть это 750 сил. Да, где-то так.
Считаю. Выровняли, все готовы. Считаю. Раз, два, три. Нормально. Скорость 140, 150, 107, 108, 190, 200, 210, 220, 230, 250. Поехала Audi после 250. Не знаю, какая скорость. У тебя ошибка высвечивается. Ну, не ошибка, а предупреждение скорости. Сейчас вот норм было, это как бы, ну, серьезный соперник. У машины заявлено 6,5, 100-200 рекорд. Это Сергейник, аудитория. Мне что надо ответить? Ответить, что вот Audi с BMW ездят хреново. Да? Там один в танцах, один не очень, и они, короче, нам мешают заездом. Давай посмотрим, как они заедут между собой. Приоткрой окошко. А, все, они поехали. Ну, капец, Мигель старт сливает на RS5, ты прикинь. Там спул такой просто бешеный, он улетать должен. Сейчас будет заезд с моими любимыми автомобилями, это Evolution. Lancer Evolution, я конфиг не помню, владелец сейчас вам расскажет конфиг. Проедемся, посмотрим, но он быстрее меня, он едет 8,6 по драге, это как бы без шансов на данный момент. Я со спойлером, со всей фигней, то есть гонкам не готовился. Но в любом случае, всегда рад заехать. Турбина EVO 9, валы 270-й томей. Мотор. Мотор полный, и все. Двухлитровый, без строкера. Без строкера, ничего нет. Коробка. Ступени, обычная ГСР. Редуктор РС чугун, все. Больше ничего нет. Ну, вроде да, все. Спуск, выпуск, как бы. Ну, все по классике. Короче, Stage 2 для этих машин. Наверное, потому что стоковая турбина, но от более старшей модели. Тоже ТД-05, я, в принципе, все эти машины знаю. Но стоят валы. ТД-05-16G. Да. Считаю. Подравняйся, считаю. Раз, два, три. Должны сделать. Моргни ему, чтоб не ехал дальше. Считаю. Раз, два, три. Давай пятую хорошо включай. Так, в левый ряд. Должны пройти. Это все обуславливается очень простым моментом, то есть он меряется один в идеальных своих условиях, с нужной ему передачей, с нужной ему скоростью. А когда мы едем в заезде, то тут уже вопрос еще и с пула, то есть у меня машина быстро прыгает, и он потом просто уже не может догнать. Вот как-то так, но у меня сейчас тачка точно едет 9+, это без вариантов, я прям в этом уверен. Ну, в любом случае, прикольные заезды, именно поэтому я всегда говорю. Если вы слышите у соперника там на полсекунды быстрее, не надо бояться, берите и ездите. Потому что заезды это не то же самое, что и замеры. 90, правда, есть, ну ладно, считаю. Раз, два, три. Поехали. Быстрее переключай, давай. Старайся, проходим. Все, давай, пятую прямо как... Давай. Все, уходим. Все, это кончается, спидометр. Говорит, 3, ты сразу газ жми прямо в полыну. Считаю. Раз, два. Поехали. Он раньше чуть-чуть. Давай, переключай, давай. Вот сейчас хорошо, нагоняем на четвертой. В конце видео, что хотелось бы сказать, 5 утра времени, я сижу, даже не 5, уже, наверное, 7 будет на тот момент, когда я буду заканчивать, в час у меня поезд, я еду на Эльбрус отдыхать,
кататься, собственно, буду там снимать видосик. Смонтировал вам 3 видео за сутки, грубо говоря. Надеюсь, они вам все понравятся. Это у нас будет выходить одним из крайних, скажем так. В общем, сорян, что потерял много материала, сорян, что потерял много информации.